В Благовещенске с Китайской Народной Республики экстрадирован гражданин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В марте 2013 года между обвиняемым и его знакомым произошла драка, в результате которой мужчина причинил последнему телесные повреждения. О случившемся потерпевший сообщил в полицию. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Благовещенский по данному факту возбуждено уголовное дело. После того, как 28-летний благовещенец скрылся от уголовного преследования за границей, он был объявлен в международный розыск. Обвинение в совершении преступления предъявлено ему заочно. Сотрудники Управления уголовного розыска и группы Национального центрального бюро Интерпола ОМВД России по Амурской области установили, что разыскиваемый находится на территории Китайской Народной Республики. Управление общественной безопасности города Хэйхэ оперативно среагировало на информацию о нахождении лица, разыскиваемого по каналам Интерпола, на территории КНР. В конце августа 2015 года амурчанин был задержан в Хэйхэ. При тесном взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД России, ОМВД России по Амурской области, Управления Федеральной службы исполнения наказания, Благовещенской таможни и Управления общественной безопасности города Хэйхэ, обвиняемый в совершении преступления экстрадирован из КНР и передан российской стороне. В Благовещенске он сразу же был помещен в следственный изолятор. В ближайшее время с обвиняемым следователи проведут необходимые следственные действия. Он будет допрошен и ознакомлен с материалами уголовного дела.